Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на Чокопай какао. Вот так красиво она выглядит, коробочка коричневенькая. Так, также здесь состав, давайте его посмотрим. Да, русский здесь самый первый, и это очень удобно. Вот, надеюсь, что состав вы увидели. Так, здесь у нас должно быть 6 штук, но почему-то именно на этой коробке не написано. Вот на красной было написано вот тут внизу, что там 6 штук, 168 грамм и одна, по-моему, 28 грамм. Да, 28. Может, даже тут не 6 штук. Может, написать просто забыли. Ну, ладно. Давайте ее посмотрим. Здесь она даже, кстати, открывается по-другому. До 2020 года. Да, кстати, они лежат, интересно, там. Тоже 6 штук. Типа так, хоп, угощайтесь, друзья! Такие они, смотрите, симпатичные, клевенькие. На Новый год вполне можно подарить такой. Смотрите, какие они классные, как они классно упакованы, какие они красивые. Здесь на каждой тоже написан состав, если вот так покупать и поштучно дарить, чтобы человек знал, что там в состав входит. Так, давайте поднимем вот так вот. Так, нам понадобится наша тарелочка-помощница. Так, изысканное печенье с натуральным, насыщенным шоколадным вкусом. 28 грамм должна быть она. Ну, будем надеяться, что она 28 грамм. Кстати, это открылось гораздо лучше, чем красное. О, гораздо лучше прям. Аж прям как цветочек вот так вот открылся. Так, что-то я, кажется, ногами. Так, что-то я не поняла. Ну, она, конечно же, тоже кривая. Видите, да? Здесь такая маленькая ямочка сверху, и тут ямочка. Я даже сначала не поняла, где верх, где низ. Вот здесь шоколад, кстати, у нее побольше. Но она... ну она, видимо, черная сама по себе. И, естественно, у нее шоколада побольше. Что-то тут прям такие прослойки, как будто пустоты прослойка. Вот видите? Или это кажется просто. Ну, в принципе, здесь тоже. Это желейное, не желейное, как она, не знаю, правильно называется. Как птичье молоко, что ли? Нет, не птичье молоко, как эта штучка белая называется, я не знаю. Ее тоже довольно много. Просто если вот разломать, она особо не ломается. Она даже больше тянется. Вот. Тут только кусать или резать. И давайте с вами попробуем. Аромат какао действительно есть. Прям такое ощущение, даже как будто не то, что какао, а прям именно вот шоколад. Даже какая-то немножечко горчиночка или вот какой-то такой прям вот вкус вот натурального шоколада. Или просто очень много какао, прям очень вкусно, прям шоколад такой. Хотя нет, знаете, как будто шоколад, но мягкий, как хлеб. Вот что-то вот такое вот. В меру сладкое. Вкусное, ароматное, послевкусие.
ну, вкусное. Хочется еще, еще, еще есть. В принципе, такое можно взять, подарить. Ну, я не думаю, что человек обратит внимание, что она неровная. Навряд ли он будет ее рассматривать, скорее всего, он просто положит и съест. Там есть некоторые продукты, в принципе, я уже очень-очень много обзоров делала. И есть такие продукты, которые не соответствуют картинке, нарисованной на упаковке. Реально есть такие. Тогда да, там можно еще заметить. А здесь, в принципе, ну, возможно, даже на коробочке. Где она у нас? Хотя нет, конечно, на коробочке она практически ровненькая. Ну, заметно, что вот эта часть побольше немножко. Ну, тут тоже, может быть, даже, если присмотреться, и эта часть немножко побольше. Но, в принципе, она довольно хорошо выглядит. По сути, если так представить, то она может выглядеть вообще ужасно. Если вот так представить. Как там перевернутый гамбургер. Да, представили, наверное, все. Поэтому, я думаю, можно подарить. Я бы с удовольствием подарила бы кому-нибудь. В принципе, даже это я купила на подарки. Вот. Так, давайте. Красное я тоже съела. Хотя нет, ладно, не буду кромсать ее. Пускай будет у нас все красиво тут за столом. Сейчас я камеру выключу и съем все это. А на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши также обзоры из магазина, на продукты из магазина Fix Price, на продукты из других магазинов обязательно смотрите. Там, кстати, чикапайки я уже на красное сделала обзор, также с бананчиками есть желтенькие. Обязательно их посмотрите, мне будет приятно. Оставьте комментарии, желательно прямо в YouTube, а не где-то там. Также смотрите обзоры на другие продукты из магазинов, из других. На шоколадки, Милка, Альпен Гольд, на чипсы там всякие, вкусняшечки. Также смотрите обзоры на технику и влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.